Так, луна. Полная луна. Облачка проходят на фоне луны. Ну ничего, для колорита нормально. 5:58 в Харькове по киевскому времени. 28 марта 2021 год. Поставил это дубль третий уже, поставил я ISO 800, это конечно ухудшит качество, но съемки, но все равно уже луна низко над горизонтом и через плотные слои атмосферы мы на нее смотрим. То вполне можно составить представление о реальной освещенности. Вот так сейчас это все выглядит. Уже день фактически. Стрелки часов сегодня ночью перевели, и еще вчера это было бы на час раньше. И 6 часов утра опять от меня сбежала. Сатурн с Юпитером от меня сбежал. Ну, Юпитер, допустим, снял. Ой, облачка. А вот Сатурн уже был полностью скрыт облаками к моменту моего прибытия в эти хляби. Луна надела маску от коронавируса. Ты ж моя золотая, спряталась, ну хорошо. Вон там у нас сейчас Сатурн с Юпитером как раз за этими облачками. Птичка какая-то летит. Ну давай на птичку наведусь пока. По делам полетела каким-то. Ну ладно. Меркурия не видно. Туман. Ну что тут скажешь? Хорошо. А то уже эти морозы в марте как-то поднадоели. О, вон и наша луна. Возвращаемся к нашей красавице. Ну да, хорошо хоть так. Ой, усатая луна. Да, как это называется? Все время забываю слово. Пареидолия. Способность человека. В неодушевленных предметах увидеть
какое-то антропогенное происхождение. Антропогенное происхождение — это, наверное, тавтология, да? Как ареал обитания. Ой, это какие-то веселые картинки уже получаются, а не съемки полнолуния. Тесты Роршаха, что вы видите в этой картине? Многоматова вселенная. Кому-то тоже не спится в такую рань. Ладно, подежурю я еще тут, наверное, немножечко. Может, все-таки Юпитер и застану. Юпитер — планета мощная, видно даже при дневном свете. Шесть ноль четыре по Киеву, в Харькове, 28 марта 2021 года.